Здесь нет места недостаткам и страшным диагнозам. С лиц детей не сходит улыбка. Все они в предвкушении настоящего летнего приключения. Право открыть марафон предоставлено ульяновским добрякам. С поддержкой этой благотворительной организации для детей разработана комплексная программа, рассчитанная на все лето. Мы будем организовывать для семей увлекательные путешествия, интереснейшие экскурсии по нашему краю. Мы хотим помочь им отвлечься от серых будней, от забот постоянных. И многие семьи, мамы даже не знают, что у нас есть очень красивые места в Павлянской области, поэтому будем стараться показывать все наши красоты. Первое место остановки – Павловский район. В День защиты детей около 30 семей дружной командой отправятся по заповедным местам. Родители и дети к поездке готовятся заранее. В силу особенностей здоровья важно учесть множество факторов. У маленького Ярика Лаптева сахарный диабет. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, необходимо заранее пройти курс поддерживающей терапии. В принципе, вообще очень важно, чтобы выбраться вот все из головы, чтобы просто отдохнуть. Вот даже хочется, чтобы вот побольше такого было. Помимо Павловки, этим летом Ярик сможет увидеть и Меликесский район. Именно туда поедет мальчик в оздоровительный лагерь. Путевки вручили всем присутствующим семьям. В Ульяновской области почти 5000 детей-инвалидов. Как отметил в РИО губернатора, важно помочь каждому. И если изменить судьбу не в силах, то облегчить ее – основная задача. Алексей Русских пообщался с семьями и лично убедился, что поддержка оказана в полном объеме. Еще раз хочу поблагодарить вас. Понимаю, как это сложно, как это трудно. Вот, но этим нужно заниматься, и знаете, что я всегда с вами. Детям подарки и путевки, мамам бьюти-процедуры. Чтобы подчеркнуть и без того счастливые глаза над образом самых сильных по духу женщин, работали лучшие визажисты Ульяновска. Все ради одного – подарить праздник тому, кто особенно в нем нуждается. Мы прекрасно понимаем, насколько это важно женщине чувствовать себя красивой, любимой и чувствовать, что о тебе заботятся. И вот у нас сегодня это получилось. Также 1 июня пройдет парад ангелов, который поможет объединить детей и родителей, столкнувшихся с похожими проблемами. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.